Все по традиции. Нефтяники поздравили пенсионеров с Днем пожилого человека. В этом году решили подарить экскурсию в этнографический парк «Кочевник», где для людей золотого возраста подготовили много интересного. Каждый год мы стараемся их чем-то порадовать. Они все очень активные, они всегда радуются, они всегда идут нам навстречу, собираются. Вот. В этом году мы решили, что неплохо бы съездить на природу. Главный подарок – мастер-класс по созданию традиционной детской игрушки ненцев «Нухука». Наталья Сотникова о ней услышала впервые и с удовольствием добавила свою изюминку. Первый раз делаю такое. Никогда не занималась рукоделием. Вот. Придумала на ходу лицо, чтобы были глазки, губки. Каждая кукла получилась особенная. Кто-то решил оставить ее себе на память, а кто-то подарить близким. Очень интересно. Я впервые делаю, но прям классно. Получился такая красавица у меня. Хочу внуку подарить, хочу. Скажи, это я сама сделала своими руками, дорогой. Скажи, вот им подарю. Он будет счастлив. После интересного мастер-класса небольшая экскурсия по этническому парку. Эмоции у пенсионеров восторженные. Многие здесь впервые. Да все захватывающе. Как приехали, мы начали дышать таким воздухом хорошим, который, как говорят, режь на хлеб ложи. Все вокруг посмотрели, все так интересно. Потом делали этих куколок. Я сначала, знаете, подумала, потому что я вот ручным творчеством, я не занимаюсь. А так все хорошо получилось, с таким удовольствием. Настроение у всех просто зашкаливает. С удовольствием прогулялись сначала, послушали беседу и рассказ хозяина вот этого угодья, да, вот, прошел мастер-класс, мы делали куклу оберег, у каждого своя получилась, так что получили массу новых эмоций радостных, сравнивали, с нами провели викторину, были победители, так что все замечательно. А после всех мероприятий отправились обедать в ЧУМ. По-настоящему удивить и своеобразно поздравить ветеранов и пенсионеров нефтяникам определенно удалось. Сабина Лимарова, Данила Индюков, новости Губкинского.